Давай, начинай ты. Значит, тема родилась у нас, можно сказать, спонтанно. Наверное, Света ее предложила. Вот. А я перед этим написала сказку. Светочка, подожди, пожалуйста. Все ж я ее не приготовила. Ну, вообще. Сказка. Она называется Абсолют. А я сейчас ее в другом месте найду. Вот она, значит, какая. Абсолют Ло, читаю я вам ее прямо из книжки своей. Теософская сказка. Сидели и сочиняли, выполняя домашнее задание, два мастера. Ну, давайте так. Вот я ее читаю, а вы как бы, ну, соответственно, составите ту картину, я так думаю, что и сумела я ее передать, которая есть у меня об этом. Вот. Ну и, наверное, в соответствии с этим, ну, как-то что-то вы скажете. Ну, вот так, да? Ну и потом, какие места вам понравились, там из тех, на которые я обратила внимание. Ой, меня слышно? Я что-то не поняла. Слышно. Слышно? Я слышу. Сидели и сочиняли, выполняя домашнее задание, два мастера. Абсолют их учитель доверял, но все проверял. Звали мастеров Пикало-Покало и Покало-Пикало. Задание было дано им такое – придумать схемку взаимоотношений деток и родителей. Пикало-Покало нарисовал картину. На этой картине художник, родители есть. Ребенок на самой картинке. «Все понятно? Все понятно?» – спросил он друга. «Да, понятно. Судьбу рисуют родители». Да, но это только начало. И действительно, это оказалось началом. Потому что ребенок с картинки подрос, выскочил с холста и сам стал рисовать. Рисовал и себя, и деток будущих, которые тоже сами потом что-то рисовали, и даже своих родителей, что-то о них придумывали. Иногда взрослый ребенок, выскочив с холста, стирал с себя краски родителей, если понимал, что мешает ему быть тем, кем хочет, разговаривать так, как любит, делать так, как удобно ему, и в отпуск ездить туда, куда уже выбирается им самим. Разные краски, малиновые, голубые, серые, стирались легко, менялись на другие, которые выбирались уже по вкусу повзрослевшего ребенка. Смешной была картинка, стоит и стирает с себя краски. То скребком, то просто отряхивается, а шметки летят в разные стороны. Но цветные же, на радуги похожи, но не радуги. Но это бывает иногда. Чаще приходилось жить повзрослевшему ребенку со старыми красками. Красками еще родительскими. А что ж родитель, которому стало нечего делать? Художник-то что? Ну, нарисовал. Дети с холста выскочили, сами рисуют. И вот что придумал Пикало-Пукало. А художник, родитель, то есть, рисует новые картинки. Что-то в них о стихах, захотелось же и стихи нарисовать. Что-то в них о внуках, что-то о скалах, что-то о водопадах, что-то о дожде. Начал вдруг разговаривать и с дождем, и с ветром, и с солнцем, и с другими художниками, которые тоже вдруг заговорили о том, на что раньше взгляд не падал. Но иногда продолжалось рисование. Да, дети выросли, а родитель не понял это. Рисует и рисует себе по привычке. Краски застаревают, отдирать детям их уже нелегко. Но... В общем, такое придумалось мастером Пикало-Пукало по домашнему заданию Абсолюта. А что же Пукало-Пикало? А он нарисовал картинку, на которой ребенок сразу брошен на «как пойдет». То есть сам и пищу добывал, сам и одежду себе подбирал, сам и занятия. «Как тебе?» – спросил он друга. «Понимаю, дитё добывает науку жизни сам. Здорово придумал». И дитё с рисунка подрастало, оно становилось перед мольбертом и рисовало свою жизнь. Краски то с любовью подбирались, то как попало. Рисовала жизни своих деток, но могло и не рисовать. Разные же детки повырастали, став взрослыми. Но здесь я поставила картинку. Я вот не знаю, интересно, здесь можно делать или нет эту демонстрацию экрана? Да, наверное, можно. Ну вот я вам тогда сразу и картиночку увидите. Но я такую подобрала, у меня там еще одна была. Но как-то мне это больше по душе пришлось. Подошел Абсолют, и звали его, кстати, Ло. Посмотрел, молвил. Неплохо потрудились. Проблем, конечно, понапридумали себе, своим и взрослым, и деткам. Ну,
а я придам им силы, чтобы оставались собой и могли находить себя и возможности, несмотря на рисунки, в которых вы их тут засунули. И, немного задумавшись, добавил: над штрихами работайте, над штрихами, вектором. Неплохо, однако. Ло усмехнулся в усы и пошел проверять задания других мастеров. «Знаешь, почему его назвали Ло?» – спросил Лук. «Пикало-пукало, пукало-пикало. Локоть всегда подставит плечо, так говорят. Может. А может, по лобику нам постукивает. Мол, что творите-то? Думаете, что творите-то? Или какими мыслями своими творите? Ло – это, кажется, мысль или отношение. По лобику это на него не похоже. Но кто знает, какие мысли у него сейчас были? Видел, как усмехнулся? Может, и постучал нам, мол, балбесы. Но свои же любимые», – добавил Пикало-пукало, знающий о любви Ло. Мастера засмеялись. Да, неплохо. Мастера засмеялись, но тут же уставили свои мольберты. Они натворили они действительно чего, над чем стоило бы подумать. Мольберты слегка качнулись, стоя на облачках, которые тоже менялись сейчас конфигурации, подвластные ветру, который тоже менял вектор по причинам. Ох, как же все взаимосвязано. Но приготовились принимать штрихи и вектор. Они все слышали. Как же надоели им эти творцы. То-то натворят, то это. Так думали облачка. Но работа есть работа. Тут, наверное, или мне надо будет подумать. Но работа есть работа. И облачка улыбнулись, настроились. Отсюда и слово «настроение» пришло. И принялись помогать совершенно невесомым мольбертам. «И не отходите от темы», – вдруг теплым голосом Ло сказала мудрая лиловая краска. Пикало-пукало и пукало-пикало дружно ойкнули и сделали умные выражения лиц. «Да, героев надо научить подчинять обстоятельства своим желаниям», – услышала лиловая краска в ответ. «Они совсем, они балбесы», – подумала она. «Научить? Школу, что ли, нарисовать?» – спросил друга пукало-пикало. «Да буду я еще школу рисовать. На что им голову даны? Пусть жизнью, как школа, и пользуются, думая, что и зачем», — ответил Пикало-пукало. «И в чувстве любви находясь, даже если с тобой балбесы. Ну, как Ло любит нас». «Почем эта мазня?» — спросил вдруг откуда-то появившийся Дрекан. «Не продается, не меняется», — ответили хором мастера. «Меняю на литр краски в радужьем перламутре новый мольберт каждому. Да мы тут жизнь рисуем, ею народу жить на земле. Есть ли что поважнее этого?» — воскликнул Пикало-пукало. Пока он восклицал, Пикало-пукало прошептало облачку: «Ну-ка, скинь-ка его на землю, пусть там поторгуется. Ну, аккуратненько скинь, любя. Представляю, как нашим краскам добавились бы еще и краски Дрекана. В них под видом радужьим неизвестно то, что подкинет родителям». «Неизвестно, ага. Бедные детки», — поделился мыслью с другом Пукало. «Да уж», — почесав затылок, как это делал иногда Ло, — ответил Пикало. «Вот и научись отличать зерна от плевел». Абсолют Ло, слушающий все это ушами лиловой краски и обычно не вмешивающийся, вот как хорошо, что вслух читаю, ошибки хоть вижу, и обычно не вмешивающийся в жизни дела мастеров, тоже почесал затылок. «Да, жизнь предстоит интересная на земле, веселая, типажик еще тот свалится на землю, поколобродит жизнь. А мастера-то мои молодцы, все же ответственность почувствовали, что я и хотел от них. Но научить влиять на собеседника этому надо бы научить. Сказали бы Дрекану: да брось ты суетой заниматься. У тебя столько талантов добрых, которыми и прославиться-то за счастье. Ну, хоть бы так сказали, а можно и получше. То не стало бы на земле таких Дрекан. Или стало бы поменьше. Ну что ж, тему следующего домашнего задания, пожалуй, уже знаю». Ну, вот такая сказка. Что из представлений моих соответствует вашим представлениям теософским? Да, очень интересно. Представления, ну, похожие, да. Только мне интересно идет не Пикало, а у меня почему-то сразу идет такая. Пикало-пукало. Пукало-пикало. Ну, Андрей, ты угадал, у меня сразу, я почему-то образ подсознания, видимо, Бог шутил. Потому что мне вдруг пришло именно это пикало-пукало, но я же постеснялась так писать пикало-пукало, пукало-пикало. Вот
пикало-пукало. То есть, понимаешь, даже немножко смешливое отношение, в принципе, к самим мастерам, правда? То есть мастерам тем, которые, как я думаю, где-то помогали действительно абсолюту. Каждый отвечал за свой участок. Ну, это в моем таком теософском представлении. У меня оно возникло не от того, что я такая умная, а потому что я перед этим уже 10 лет назад, они у меня и сейчас лежат, эти книги, но я 10 лет назад как бы вникала в них, они сложные все-таки по стилю. Это философская эзотерическая школа Алис, вот, а автор книги Софья Михайловна, по-моему, забыла фамилию. Вот, ну, в общем, и она именно как там вот про слои, про мастеров, слои какие, вообще слой человека не был задуман. Вот, он как-то мутантный, по-моему, слой у нее назывался. Это был, в принципе, слой животных. То есть человек возник как-то неожиданно, вот, ну, у нее, вот в этой ее теории. А она себя называет яснослышащей. Вот, там, с кем она вела беседу, я сейчас, конечно, уж не вспомню. Но вот у меня оттуда сложилось впечатление, что мастера работали так. Ну, а тему я взяла ту, которая актуальна лично мне для моих осознаний. Это как отпускать детей. И вообще, в принципе, вот это очень грустная мысль о том, она даже не грустная, она трагическая, можно сказать, мысль, о том, сколько и чего не получилось у меня лично из-за того, что у меня мама прям колдовской силой владела. У нее была сила мысли колдовская. Вот. Но у нее уровень мечты был гораздо, я бы сказала, вообще ниже среднего. Ну, может быть, это связано с обстоятельствами ее жизни, и те времена же были сталинские, как бы чего не вышло, понимаете? А тем более, что ей не слабо пришлось, потому что она у меня была, это как там, сосланной. Вот, папа у меня тоже, но папа там по политической статье, а мама была вообще по уголовной, три свекла подобрала с дороги, и на нее, ну, кто-то настучал, что называется, вот, и дали ей 3 года. И вот я так думаю, что она все время говорила об этом, что, ну, проклятущий Сталин, иначе она его не называла. Ну, короче говоря, и вот, может быть, я просто обословливаю, что может уровень из-за этого, но она не была низкого уровня по талантам. Она была талантище, будь здоров. То, как я читаю стихи, это вообще наука моей мамы. Она была очень эмоциональна, очень артистична, у нее был юмор природный. Не такой, как я там пытаюсь сделать, не получается. Вот, а у нее прям природный был. Она была украинка. А у них, по-моему, вот этот юмор, ну, у таких, у породистых, как я называю, он у них в крови. Потому что, как юморила тетя Аня, ее родная сестра, это было вообще невозможно. Мы даже вот иногда с двоюродным братом вспоминаем с Васей, мы ухахатываемся от одних воспоминаний. Вот. Ну, а я, в чем уже трагедия-то пошла дальше, ну, я начала говорить, что сила маминой мысли, когда я с этим столкнулась, когда она мне сказала, я мечтала только об одном, чтобы у тебя муж был не пьющий и водил машину. Я тогда ей сказала, мама, вот это ничего себе. Это выше мечты не было. Я бы с пьющим просто бы даже не стала. Это во-первых. Вот. Но, собственно, я за такого и вышла замуж. Что он абсолютно даже ей не нюхает. Вот. Ну и водитель. Он и что называется-то, ну, профи выше некуда. Башковитый, конечно. Но не как водитель, а как вообще специалист по автомобилям. Вот. А то, что я на своих детей, ну, это вообще просто-таки ужас. Но ужас этот начался у меня недавно. То есть он у меня начался как раз, когда они повзрослели. Когда я была их, тогда я больше была собой. И я как-то очень четко, очень вот и образование, и разные виды образований. Ну, исходя из своих вот этих. То есть я была гораздо более сильнее, чем я оказалась, начиная с 50 лет. Вот. И те трагедии, которые они поимели, скажем, грубо говоря, не литературно говоря, ну, то есть сын как-то выкарабкался, то не во всем, но какой-то самостоятельности больше. Вот. И это как раз вот из-за того, что нет доверия, вот так я эту тему понимаю, что нет доверия их тоже, в общем-то, саморазвившемуся уму. А пример этого есть на моей жизни. Потому что я-то своей маме один раз сказала, был у меня такой, как я такая умная была. Вот я просто, когда это вспоминаю, думаю, боже мой, ну тогда я была прямо осознанность.
когда она мне сказала после 8 класса, может, ты поедешь в Астрахань с Ленкой Чекаловой в педучилище поступать? Я тогда 2 дня думала, а потом я ее подозвала и говорю: мам, мне очень хочется узнать, отчего у тебя такая картина обо мне. Был один случай, что ее вызывали в школу. Там, я не помню, там что-то у меня с учительницей по английскому было, и учителя по физкультуре я назвала дурак. Но я его назвала дурак, это, ну, просто я такая прямая я была, а он дурак и был. Он огромной связкой ключей бросил в одного мальчика. Размах, представляете, учитель физкультуры, у него же силища. А тот мальчик-то бедный, он из многодетной семьи, и он мне до сих пор очень жалко, прям до сих пор, Прокудин. Вот, и он такой худой был, такой несчастный был и двоечник. Вот, и он в него, и как он увильнулся-то, я вообще не знаю. Он очень немножко заторможенный был из-за того, что вот все вот это. Он прям, ну, несчастное дитё. Может быть, он очень успешный сейчас, я не знаю. Но тогда это было так, и у меня это вырвалось, ну, дурак. Ну, потому что, ну, кто ж такие вещи-то делает? А если бы он не увильнулся? Ну, смерть, а тебе тюрьма, придурку. Вот, и тогда мою маму вызывали в школу. А вот, и я ей сказала, если ты помнишь тот случай, это было там пару лет назад, это во-первых. Во-вторых, вот я в классе единственная, в самом, у нас очень сильный был класс, я единственная все экзамены сдала и в музыкальной школе на 5-ке, и здесь на 5-ке. А чего у тебя сложилось-то такое обо мне? Какое педучилище? А потом, что ты знаешь об этой девочке? Что ты меня доверяешь ей? Ну, сейчас я не буду озвучивать все дальше. Ну вот так, она так на меня посмотрела, как будто первый раз в жизни увидела. Вот это я, в общем-то, ну вот к тому, что вот такие, ну, трагедийные вещи мы устраиваем. Ну вот поэтому я взяла как бы эту тему, ну, а показала я, в принципе, много, потому что у меня там пошло, мне как-то стало, я вроде бы как ее сначала коротким-то рассказ сделала, а он мне, видите, какой вылился. И зерна отплевел, это же уже тоже пошло, а то, как мы под влияние в очень красивых упаковках попадаем. Ну, сейчас вот я просто тут на днях смотрела фильм про Гитлера. Ну, пример просто такой вдруг я вспомнился мне. Ведь он же красиво преподал, правильно? А ведь целую нацию, во что он вверг, ну, скажем так. Ну, я уже не говорю о том, что мир. Ну, нацию это про немцев, а мир, это в какую трагедию мир погрузил? В какое количество погибших миллионов? Вот, потому что красивая упаковка была. Вот это об этом, что в радужных упаковках, но живые краски, как бы, ну или как там, я вот попробовала это описать. Вот такая мысль у меня вот возникла. Ну а потом откуда-то вдруг появился этот Дрекан, я уж сама не знаю, что это мне он только. Но, видимо, вот из этих дельцов, которые, знаете, готовы продать хоть мать родную, вот скорее всего, сейчас у меня мысль пошла развиваться, вот, ради чего-то для себя. А потом вдруг начала наклевываться тема, а тема это влияние. Вот умеем мы оказывать влияние или нет. Ну, то есть я считаю, что я так много тем подняла. Вот. А, там уж еще одна интересная тема. Ну вот, блин, писалось от Бога, правда. Вот вспомните вот это, что облачко, так, а его конфигурация зависит от ветра, а ветер зависит. Ну тут моих знаний не хватило, от чего-то ветер зависит. Вот, от каких-то, видимо, полюсов, там и Гольфстрима, и еще от чего-то. Ну настолько все взаимосвязано. Так ведь точно же, ведь и вот в этих энергетиках людей все взаимосвязано. Вот, но это тот уровень, выше которого и больше, я как бы не знаю. А вы, я так предполагаю, что можете знать уровень больше. Ну, блин, где Генка? Ну-ка, надо его еще разок вызвать. Присоедини к звонку, темный присоединяется. Так он показано, что он в сети, и мы с ним переписывались 9 часов. Я говорю, ты не знаешь, где Света, почему она не вызывает? Он говорит, не знаю, типа жду. Вот. Ну, в общем, насчет влияния, я тут, знаете, о чем стала думать? То, чего я не знаю. Ну, Теперь вот говорю, пока попробуй сначала с Геной потом состыковаться, а потом уже я буду готовлюсь я. Медитация, ладно? Ну, Гене я звоню. По идее, он звонок должен слышать. Ген. Ау! Ну вот, здрасте. Где ты был? Здрасте, у меня консультация была, я же не могу бросить все. Ну, тогда... На 9 было назначено, никто не вышел. У меня вышел человек, я с ним поработал. Ага.
Спасибо, что вышло. Извините за то, что я задержалась. Я просто... Да ничего, Света, все нормально. Просто у меня консультация в этот момент была, поэтому я видел ваши звонки. Понятно. Простите. Да ладно, ты не извиняйся, все нормально. Это я должен извиниться, то, что я не вышел вовремя. Ну, и я не вышла вовремя. Так что давайте так. Вот сейчас Валентина ведет, потом Гена перехватывает, а потом я медитацию. В общем, тогда, Ген, в двух словах я тебе скажу, что я прочитала сказку свою полную. Вот. Но я осветила я то, как бы, какие моменты я осветила. Это, ну, само собой, это момент умения, во-первых, отпускать детей, когда они взрослые. Ну, так подведу еще раз итог. Еще один, все-таки умение, вообще, знаете, какое-то самоосознание, самоконтроль. Ну, какой уровень мы даем, что мы даем своим отношениям. А, кстати, да, вот, из-за этого я и предрекала, закончила это вот тем, что как бы абсолют, вот, говорит, если бы хотя бы сказали так, да у тебя масса добрых талантов, которыми просто, ну, не грех прославиться, ну, типа так, или за счастье прославиться, то ведь, в принципе, ну, вот тут я многое того из своих осознаний, ну, я закончила, как бы, знаешь, чем? Тем, что я там эту темочку чуть-чуть тронула, что вот от облачка зависят, от ветра, ветер зависит, еще от чего-то, как все взаимосвязано. И тут вот я говорю, что мои представления о том, как взаимосвязано это в каком-то вот космически абсолютном таком, они у меня не очень велики. Но у меня есть такие вещи, у меня был такой случай, у меня было такое. Знаете что? Вот откуда? Ведь как бы еще это не произошло. Ну вот, например, у меня было такое, что я вдруг про Японию вспоминаю и вспоминаю, понимаете, прям вот Япония. Вот дня три у меня Япония, вдруг раз, и в Японии землетрясение. Вот, это я просто один из эпизодов помню, а таких у меня было несколько, когда вот у меня вот что-то вот такое, я еще не понимаю, получается так, ну то есть к моим мыслям, что что-то, ну как бы или предначертано, или вообще даже непонятно, или это влияние чего-то, ну что-то давало мне знать еще о том, что не произошло. Вот. Вот как бы вот об этом у меня нет никаких представлений. Точно так же, как я могу предположить, что Луна влияет. Например, там Луна, может быть, действительно имеют какие-то эти... Ну, они же тоже, в принципе, живые планеты, как живые сущности. Ну, я вообще считаю, что живое это, наверное, вообще, в принципе, наверное, все. Может быть, даже и умершее тело можно тоже считать в каком-то роде где-то живым, только в другой ипостаси. Ну, то есть, имеющим, если камень имеет энергетику, ну, тут это я уже так, первый раз в жизни, это я в такую дебри что-то пошла. Вот. Но вообще планеты тоже живые, но о влиянии их астрологи как-то в этом разбираются, я нет. Но я предполагаю, что это может иметь. Вот. Ну, а вообще, вот как бы вот я и передаю тебе эстафету и Андрею. Ну, хорошо. В какой мере астрология влияет? Ну, это двоякое суждение, можно так сказать. Ребят, ну, кто утверждает, что астрология – это не наука, но это наука. Все-таки с астрологии астрономия родилась. Она и была тоже раньше, они параллельно шли. Но влияние планет, Луны, с точки зрения физики на Землю, есть приливы, отливы, никто не отменял. А на эмоциональном, на тонком плане Луна тоже влияет. Также вот эти приливы, отливы, только это происходит на тонком плане. В активной фазе Луна у нас оттягивает какие-то эмоции, какие-то вещи. В отдаленном человеку лучше, намного проще. Что связано с Валентиной, что ты рассказала по поводу знаков? Тебе шли знаки, что где-то будет что-то произойдет, только ты не могла этого понять. Это предупреждение, знак. Донеси, что-то случится. Крикни. Донеси. Но так как ты это мало еще, ты не осознавала, это было неосознанно, тебе шел знак, но ты не поняла значения.
Не каждый, кстати, это и может сразу предугадать. Это уже люди, которые не один год этим занимаются, они уже эти знаки видят и говорят, кричат. Но у нас же народ не верит этому сразу все. Пока не это самое, не случится оно действительно. А ведь да, было такое, человек предупреждал. Учитесь считать знаки. Хотя бы для себя. Пусть не каждый понимает. С точки зрения космоса Абсолюта, все взаимосвязано. Нам идут и подсказки оттуда. Но я больше склоняюсь, Абсолют принимает у нас участие в нашей жизни, в нашей судьбе, в наших предназначениях. Но больше мы все-таки берем с энергополя, с информационного поля. Чисто на Абсолют выходит не каждый. Понимание уже у нас идет, но еще далеко нам до чистого понимания разговора с Абсолютом. Разговор с Богом – это совсем другое. Там, если нам посмотреть эту градацию этих товарищей, боги, полубоги и сам Абсолют, то до Абсолюта добираться очень далеко, но он направляет и помогает. Через наших ангелов, пусть даже богов. Сегодня, кстати, у вас, Валентина, была очень хорошая картинка, которую мне рассказали, мне так понравилось. Что еще могу добавить по этому поводу? Сейчас мы входим в систему, как говорится, пробуждения. Да уже проснулись, но входим в активную фазу системы пробуждения. Многие сейчас пишут, говорят. Большая часть приходит к осознанности, что с ним происходит что-то не так. Но что-то не так, человек начинает разбираться и понимает, что надо что-то менять нам, всем. И мы будем это делать. Свет, есть какой-то вопрос? А то я пришел поздно. Сейчас она сказала, что пока Гена будет выступать, она подготовится к проведению медитации. Андрюша молчит. Андрей что-то. Андрей. Он был, и что-то я сейчас не поняла, есть или нет. Что, мы вдвоем остались? Я сейчас ему позвоню. Я здесь. Просто застали не совсем вовремя. Нас кушали, там я Ладе готовил и одновременно и слушал, и третье. Участвовал. Ну, что я могу сказать? Ну, действительно, время у нас сейчас идет такое интересное, что мы и развиваем наши способности, и творим, и чувствуем, и идем к познанию единого. Но как единого познавать? Можно многих ученых там слышать, там духовных практик проходить. Но он же у нас. Только через себя можем познать. Мы все можем познавать только через себя. Совершенно согласен, Андрей. Вот ты правильные слова сказал, кстати. Ученых много, учителей много, районов много. Всяких этих полно. Каких только посланий не шлют. Но пока ты через себя не перегонишь, пока ты сам это не осознаешь и не попробуешь, ни один тебе товарищ со стороны никогда истину не даст. Только через себя. Да, нам нужны, конечно, учителя, нам нужны какие-то тоже писания, как говорится, какие-то знания, но все равно это проходит через твое высшее Я. И вот тогда ты только поймешь, что это вот именно так должно и быть. И видение у нас у каждого свое. Но а сейчас подходим к тому, что у нас все становится больше и больше взаимопонимания между нами. Да, есть какие-то разногласия, еще не каждый. Тут же зависит, как хочу сказать, от уровня развития. Но я думаю, тут не дети собрались, тут детсада нет. Вот как я хотел сказать. Совершенно ты правильную фразу сказал. А вот как через себя это делать, это ему надо учиться. Вот для этого, может быть, учителя и нужны, чтобы понимать, как научиться искать через себя, познавать абсолютно. А совершенно это... верно. Ты просто учитель, я понимаю, миссия учителя в том, что направить, только подталкивать, а дальше ты делаешь все сам. Потому что если ты будешь исполнять тупо
то, что дает тебе учитель, ты дальше не продвинешься. И вот когда мы понимаем, ставим себя на роль Бога, Создателя, Абсолюта, то мы начинаем как бы понимать Его сознание через Него. То есть мы свои как бы актеры, и актерскую роль проигрываем Абсолюта. Я создаю этот мир. Вот какой он должен быть. Я создал звезды, я создал планеты и так далее. Я создал людей. И отсюда мы исходим. А как это я создал? Каким это образом? О своих мыслях. Абсолютно ведь нет тела, как мы представляем. У него есть чистая мысль. А в мыслях мы все с ним солидарны, одинаковые. То есть мы своими мыслями можем представлять, что я создал вот весь этот мир, всю эту землю, вот этих людей, и вдруг возникает мысль такая: подождите, если я создал людей, а кто же войны тогда создал? А откуда они взялись, эти войны? То, что я создал войны? И тут возникает понимание: ага, подождите, а что такое войны, откуда они берутся? Из агрессии, из недовольства кем-то, из-за эго. Подождите, да. А вот это качество есть же во мне. Так, значит, если я создатель, то я и создал вот эти качества эго. Я тоже их создал. И я тут считаю себя лучше и правее всех. Я, значит, вот родил, как я Бог, я рождаю вот это качество негатива. И передаю его людям. Раз я передаю его людям, значит, и войны, и люди тоже заражаются вот этим негативом от меня, эго, и становятся со мной как параллельно, и начинают между собой конфликтовать. Ну, я так думаю, что развитие и вот понимание в плане. А когда уже понимаешь ответственность перед людьми за то, что я сделал, и становится страшно. И это начинается контроль эмоций своих, выбросов негативных энергий там, и прочих каких-то вещей. Стараешься уходить от конфликтов или гасить себе, находить себе то качество, которое нас не нравится, которое мы видим в других людях, потому что это я все создал. Вот если я увидел человека с негативными какими-то характеристиками, и они мне очень не нравятся. Значит, я их создал. Ой, что же я натворил? Господи. Как Господи, к ним, как верхнему, как... Здесь ты абсолютно не прав. Если мне не нравится Гитлер, не значит, что я его создала. Тут не так. Я тоже, Валя, поддержу немножко, Андрей. Смотри, создатель нам дал кучу задач. Он людям дал. Он не себе, он не на весь мир это распространил. Он нам дал кучу вариантов, какой ты выберешь. А вот ты, у тебя там в твоей речи звучало несколько правильных слов. Ага. Тут же вот так, это же не создатель так сказал. Нет, тут надо исправляться. Ты начинаешь гасить эго, ты начинаешь гасить эмоции, ты начинаешь исправляться. Он просто нам дает. Он, понимаешь, сам по себе создатель нейтральный. Да, он любит всех нас, но одновременно он нейтральный. Он нам просто дает задачи. Понимаешь, мы его просто, как говорится, дети. Это Бог внутри нас, да, мы его воспитываем. Он нас воспитывает снутри. Вот у тебя вот через это ты все и проходишь. Он тебе дал кучу задач, ага, он тебе дал больше агрессии. А ты понял, что так жить нельзя. Ты начинаешь себе это исправлять. И ты тогда подходишь к Абсолюту. Вот действительно к тому, который он есть. А так, я вот сколько читал, что это, конечно, неправильное суждение, что он любит всех, но он, по большему счету, я считаю, что он нейтральный, он нам просто дает задачи. А кто как их воспринимает, вот опыт. Это да, опыт. Опыт знаний. Пройти да. Через... И осознать, что вот это мне не нравится. И я не хочу. То есть он дает нам да. Вот эти качества, мы проявляем их, и потом понимаем, что эти качества разрушают нас самих. Вот. Вот ты правильно сказал сейчас. Вот так и должно быть. А то, что если он тебе кинул такую задачку, а ты ужаснулся,
Да почему? Ты никогда этому, он просто-напросто ты эту задачку потом выкинешь из этого и будешь делать так, как это самое. Ну, с хорошей стороны ты погасишь всю эту агрессию, погасишь эти отрицательные эмоции и выйдешь на тот план, который нужен. Вот тогда действительно вокруг ты... Вокруг себя, формируй вокруг себя окружение, поле, пространство. Да, да, поле, пространство, что ты это делаешь? Изменяешь мир, совершенно верно. А так он нам дает всем задачу, каждому свою. Привет, дорогой. О, еще присоединились. Так что вот немножко мы вышли, немножко будем менять все это дело. Я немножечко вот так вот, знаете, как скажу. Может быть, можно в себе ничего и не менять. Да, это я пока условно говорю. Важнее всего сохранять, знаете что, или разумность, или рациональность в соответствии со своими, даже не со своими, но я имею в виду со своими ценностями. Если эти ценности, ну, короче, важнее всего все-таки осознать ценности, ну, для мира, что ли. Ну, вот ценности для мира. Это гуманизм, может, там, доброта входит как бы в гуманизм. Какой-то уровень культуры, вообще уровень красоты, уровень такта, уровень, там, экологичности, это как соблюдение той же чистоты, там, то есть среди той же природы, там, во взаимоотношениях, такт. Там и так далее. Ну, то есть, вот это я назову гуманизм. Вот ты вырабатываешь, как бы, хочешь видеть мир таким. В принципе, если ты хочешь видеть мир таким, это является твоими ценностями. А дальше ты можешь быть злым в какие-то моменты своего времени. Ага. Или не злым. В принципе, ведь можно же и злостью, ну, например, там негодяя заставить, можно там дать ему по роже, чтобы образумить его. Ведь я злость проявила. Или я должна трепетать. Ой, ой, нет, я должна же, ой, как-то через уси-пусечки его присмирить. Нет. Его через уси-пусечки не присмиришь. Это вот я сейчас пытаюсь сказать Андрею, что если мы будем культивировать только доброта, у нас мало что получится, я так думаю. Совершенно верно. Конечно, это просто доброта. Защита, умение постоять за себя, это нормально. Это относится нейтрально. Можно даже не только за себя. Можно даже и не только за себя. То, что мы пошли защищать нашу родину, что мы не встали в позу уси-пусечек? А пошли. То есть, подожди, я сейчас знаешь, о чем хочу сказать? Просто я так чувствую, что ты клонишь. Как бы тому, что мы должны отказаться, мы должны полностью на переделках каких-то себя. Нет, вовсе нет. Даже признать, я могу быть злой, я могу быть там еще какой-то ехидной, как разновидность этого. Другой вопрос, и он более важный, это вопрос осознания, вот рациональности каких-то своих поступков или даже предполагаемого поведения. То есть все-таки служит это чему? Вот моим ценностям соответствует, ценностям мира соответствует или нет? А про запас я могу держать в себе чувство злости. Понятно? То есть про запас. Кто знает, какие моменты там могут быть? Чингисхана тоже не ожидали, к примеру говоря. Были бы паиньками, были бы добренькими, тоже бы, наверное, не смогли там отстоять свое отечество. То есть качества и выработаны в нас, может быть, даже где-то и с Божьей подсказкой, влиянием планет, как астрологи говорят. У этой Алис, у нее, вот эта философская школа Алис, которую я начала, у нее начинается с того, что мы проходим наше воплощение в жизнь с целью отработать и как бы наработать, ну, обрести, может быть, даже в каких-то жизнях, какие-то качества, там в том числе и вот эта там даже злость, она где-то тоже есть. То есть вот какие-то качества, чтобы мы были не одинаковые, вот эти вот
поюсечки, так сказать, эти колюсики такие, тогда жизнь, наверное, не состоится, потому что не будет развития. Потому что развитие идет, и этот закон открыл Ленин, ну, в смысле, мы его изучали, как сказать, вот закон из противоположности, где идет какая-то борьба и шлифовка. Но все-таки сейчас другое время, ну, я не знаю, насколько оно другое, там вот Гена говорит, то есть он, может быть, мы в каком-то космическом плане уже перешли. Я еще пока насчет этого не очень волоку. Я только доверяю, что если вы говорите, это так. Но все-таки, как мне кажется, вот эта вот сила, сила желаний, именно вот этих вот ценностей, про которые я сказала, мне кажется, что она в некоторых людях, я не могу сказать ко всем, потому что я иногда бываю такой идеалисткой, что когда я встречаюсь с каким-то другим уровнем людей, я просто поражаюсь, насколько я далека от жизни. Вот, поэтому я скажу, что все-таки в каком-то костяке людей, и которые, наверное, все-таки осознали, что нужно менять, нужно и менять, и нужно влиять. А для этого идет выработка вот этого качества, которое я называю абсолютное спокойствие без эго, то есть когда не включаются эмоции, лично задевающие-то меня, а рациональность включается и позитивное построение. Вот, по сути дела, к чему должны прийти. Когда Можно сказать, тоже вставить ну, несколько слов? Ну давай, просто я не было там. Да. Хочу вставить несколько слов. Просто вот потому, что ты сейчас говоришь, значит, я хочу сказать, вот я являюсь членом Ротари-клуба, это международная организация в целом, Rotary International, каждый клуб отдельно. И интересно, что у нас есть такой четырехвопросник, который мы применяем, и, в общем-то, те, кто его использует, но я считаю, что это наиболее, во всяком случае, в моем окружении, наиболее порядочные люди. Если они используют, то я считаю, что они просто, сами не знаю, все равно являются членами, ротарианцами по духу. То есть этот четырехвопросник такой. Первое. В этом ли истина? Второе. Справедливо ли это по отношению ко всем заинтересованным сторонам? Третье. Способствует ли это укреплению доброй воли и дружбы? И четвертое. Принесет ли это пользу всем заинтересованным сторонам? Хотел вот, хороший вопросник. Вопросник. Да, я подзависла немного над темой справедливости, то я не поняла. Вот. А потом я, знаете, тема справедливости, она немного, знаете как, она сильно соприкасается как раз с темой эго. Согласна, нет? Ну, например, возьмем небольшой коллектив. Ну, допустим, там этому премию выписали. Этому не выписали. В этих же случаях возникает вопрос, справедливо ли это, правда? Ну да. То есть это вопрос такой, или вообще отказываешься от этого? Нет, тут надо разбираться, почему надо разбираться. Им вот, выписать. Вот я говорю, что тема справедливости, она сильно зацеплена с эмоциональной сферой. А именно совершенно верно. А надо бы разобраться, почему мне не выписали, в чем, как говорится, где я про это самое, про, ну, как сказать, допустил ошибку, почему мне не дали, либо я что-то не сделал. То бишь разобраться, почему, а не злиться и не это самое считать, что со мной поступили несправедливо. Достаточно в моей жизни было тоже столько. Сначала я, как ты говоришь, Валя, возмущался. Ага, ему дали, мне не дали, я также исполнил работу. А потом стал думать по-другому. А почему мне не дали? Не потому, что и либо... И тут я тебе, мой дорогой, скажу сейчас одну вещь. Давай. Ты, может быть, нашел аргументы. Я это не сделал, я это, а я тебе сейчас скажу другую вещь.
Вот я когда была завучем, я настолько, сейчас прям себя даже похвалить хочу, я на одном педсовете сказала: друзья мои, знаете, кто у меня имеет расписание лучше? Те, кто ходит и капает мне на мозги. И в этот разряд попадают вовсе не самые достойные. А вот те, которые пахари, которые, ну, супер учителя, но у них очень развито чувство такта. Им жалко потревожить Валентину Николаевну, они знают, как, блин, это расписание сделать, это мегамозг надо иметь, это столько труда и ночей. Это ужас. И они меня жалеют. Из-за того, что они меня пожалели, у них вот окно, вот окно, вот окно, вот окно. Понимаете? А те, которые меня не жалеют, но они не самые достойные, если честно так. Но они ходили, капали, блин, давили, давили на меня. Они додавили до того, что я пошла им на уступки и сделала им лучше. Справедливо? Несправедливо. Я, знаешь, тебе это к чему хочу сказать? Что это ты из-за того, что у тебя совесть такая. И ты нашел, что ты вот тут не доработал, тут не доработал. А картина могла быть вообще иной. Она могла быть такой. В начале месяца начальник был от тебя без ума. Он замечал все. Но за 3 дня до выписки этого самого, ну, того, до того дня, как вот он в этот день выписывает премию, кто-то подошел и на тебя капнул. Вот эмоционально его подзавел. Да. У него забылось все твои заслуги, и он тебе не выписал премию. Понял, как это может быть? Может. Субъективный, но это опять... Вот я описала его на своей работе, когда я сама додумалась. Я додумалась сама. Мне просто аплодировали, что выйти с самокритикой самой себя и трезвой картины, я показала. Друзья, не жалейте меня, подходите, потому что мне в итоге вас жалко, что вы сидите с этими окнами, потому что вас-то я и не заметила, потому что вы не подошли из чувства такта. Вот. А вот я тебе пример другой привела. То есть видите, насколько эта тема справедливости, она действительно очень связана, как говорят, с субъективными моментами. Согласен. Очень, очень интересное размышление, да. Вообще хорошо говоришь. Хорошо говоришь. Интересно мыслишь. Что сделаешь, у нас Валя супермозг. Спасибо большое, в перспективе, возможно, и в прошлом, похвалю себе. Всем друг другом вдохновляем. И с этим согласен. Тема справедливости, она, может быть, сейчас, знаете, что будоражит очень. Она будоражит, вот как раз в плане, может быть, не столько вот микроколлективов, сколько в плане, просто она будоражит, но знаете как? Приглушенно уже, потому что смирились и не видим выхода. А это именно вот этот контраст, который образовался между вот этим нашим олигархическим кланом. Ну, там я забыла, про кого мне речь, мне приводили недавно пример, что он получает в час, по-моему, 5 миллионов рублей в час. Ну, может, Сечин, я сейчас точно не помню, про кого-то вот сказать, ну, может, Абрамович. Вот. А есть люди, которые получают в месяц 5 тысяч. То есть вот это вот очень большой разрыв. И он, по идее, несправедлив. Потому что вложили в разработку тех же, скажем, нефтяных там и так далее. Геологи еще советских времен. А если копнуть еще дальше, то те люди, которые географы, блин, я когда на них про них начинаю думать, у меня аж все вот тут вот. Потому что, наверное, вот я это представляю себе, когда эти люди из-за того, что они настолько самоотверженно любили свою работу или вообще не знаю, какими они были. Ну, эти открыли же эти на Крайнем Севере. На Крайнем Севере, знаете, там как жутко жить. Ну, просто я из Воркуты, как бы я вот это представляю, и когда я читала про кого-то вот из этих географов, которые открывали это, ведь сколько из них, которые просто замерзли, не найдены были. Вот. А по идее они тоже это все открыли. Это с них еще началось. То есть чувство несправедливости, вот если так рассмотреть, оно глобально имеет вот такую вот мою уже обоснованность несправедливости. Вот я ее вот так пыталась обосновать. Ну да, конечно. Ну что, проведем медитацию? Поехали. Давайте.
Тогда садимся. Садимся так, как удобно. Расслабляемся. Закрываем глаза. Обращаем внимание на дыхание. Дышим, как обычно. Вдох. При выдохе мы расслабляемся. Я вдох, я выдох, расслабляюсь. Вдох, я выдох, расслабляюсь. Обратите внимание на ноги. Волна расслабления идет от пальчиков ног по всей ноге, по ногам. Волна расслабления поднимается по животу. Геннадий, микрофон отключи. Сейчас, секунду. Волна расслабления поднимается по тазу, по спине, по груди. Волна расслабления поднимается от кончиков пальцев рук по рукам. Расслабляется шея. Волна расслабления доходит до головы. Обратите внимание внутрь тела. И если где-то осталось напряжение, вниманием и намерением расслабьте. Продолжаем дышать. Я при вдохе, при выдохе расслабляюсь. Ощутите тело. Напряжение убирается вниманием и намерением. Тело тяжелое, ватное, расслабленное. Вы отдыхаете. Осознание отправляется в путешествие. Вспомните, когда вам или вашим знакомым помогали высшие силы, ангелы или Бог, Абсолют. Или ваше высшее Я. Что это была за ситуация? Посмотрите со стороны на эту ситуацию. Что вы делали? С кем общались? Как выглядели? Что на вас надето? Какое у вас выражение лица? Где вы находились? На улице или в помещении? Переместитесь в момент помощи высших сил. Что произошло? Видите ли вы со стороны это духовное существо, энергию, Бога, Абсолюта, свое высшее Я или душу?
Теперь вернитесь в тело и посмотрите, как все меняется после вмешательства высших сил. Как все меняется? Ваши ощущения. И снова посмотрите со стороны. Поднимитесь на уровень своей души. И оттуда посмотрите на ситуацию. Пригласите ту энергию, существо, которое вам помогло. Попросите его разрешения и войдите его в поле или просто побеседуйте с ним. Узнайте о его отношении, можете спросить или почувствовать, о его намерениях. Как оно помогало? Что это за энергия? Что это за существо? Пообщайтесь с ним. Теперь представьте свою жизнь в виде линии. Поблагодарите это существо и представьте свою жизнь в виде линейки. И пусть на этой линии высветятся точки, когда вам помогали высшие силы. Как часто это было? Сохраните это сознание. Поблагодарите высшие силы. Вы всегда сможете снова вернуться в эту ситуацию. Сохраните файл. Закройте его. И возвращаемся здесь и сейчас. Почувствуйте воздух вокруг себя. Подышите через стопы. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Заземлитесь. Постучите ногами об пол. Потрите ладони. Ладонями протрите лицо.
Откройте глаза. Сегодня 22 августа 2018 года. Можете, кто хочет, рассказать, что к чему было. Алло, меня слышите? Отлично, слышу. Ну, да. Что я мне, допустим, рассказать? Ну, да. Здесь не сразу пошло. Несколько там разных форм идет, как бы, организация помощи. Со мной много разных учителей или там помощников есть. Но вспомнился один из случаев. Было тогда лет, ну, где-то 15 назад. Я вечером шел по улице, уже стемнело, и какой-то двое парней решили, ну, хулиганы, киоску подошли и начали там выкаблучиваться, тут начали что-то на киоскера, а там уже никого, народ на улице не было. И киоскер-то страшно. Но я решил, почему-то я подошел и говорю: ребята, что вы делаете? Но они поперли на меня. И у меня появилось какое-то спокойствие, но я владею некоторыми практиками, почему-то не испугался. И пошло, на меня напал один из парней, я быстренько блок его начал поставил, ему ударов нанес, ну, главное, спокойненько, и они побежали. А сейчас я осознал, что почему, откуда это спокойствие было. А мне как один помощник мой как бы вошел в меня, в медитацию, в спокойном состоянии. И через меня вот это вот спокойствие дал и вот помог мне вот преодолеть вот эти, создать условия, разогнать их. Геннадий, так, ну что могу сказать? Расслабление, и я полностью просто ушел в линейку. Зажглись несколько точек из всех моих жизней, в течение, вернее, моей жизни. Я немножко возвращался туда, посмотрел, когда и при каких обстоятельствах мне помогали. Сделал выводы. Сейчас состояние, если так сказать, размазанности. Просто выключаюсь. Интересный опыт был. Так, Валентин? Ну, я думаю, может, Николай что скажет. Николай тут нет. Ну, я так скажу. Я вот ничего не увидела. Я тут, но ничего сказать не смогу. Это у меня четвертый пенар. А, ты же тут академиком у нас скоро будешь. В общем, я ничего не увидела, я только ощутила. Ощутила я прям вот разгоряченность вот именно области третьего глаза. А из эпизода я вспомнила сначала так, чисто умом. Вот эти моменты я, может, про них рассказывала, когда я перед экзаменом сначала в восьмом классе все думала. Ну, то есть я вдруг начала чувствовать, что что-то мне, что-то подсказывает. Вот прям вот изнутри, вот отсюда. Вот что-то вот мне подсказывает. А у нас оставался день, только один день консультации, потом экзамен. Вот. И я так как будто я прислушалась так, понимаете? И вдруг я четко ощущаю, я поняла, что у меня вызывало тревогу. Я не очень четко понимаю тип задач, когда вот работа принимается за единицу. Ну, то есть, ну вот что-то у меня недопонято там. Я прям на следующий день, представляете, я такая озаренная. На следующий день я иду на консультацию, у меня только одна мысль. Сразу задать ей этот вопрос, чтобы она не успела там бла-бла-бла, а потом я не успею. И представляете, я прихожу, она говорит, первое, с чего я хотела бы начать, это вот разобрать, когда это, ну, и короче, вот эту тему называют.
И все. И у меня все. И, ну, вообще. Я просто экзамен там первый сдала. Вот потом еще там, я сейчас вдруг вспомнила, что у меня был момент, когда я не могла решить задачку. Ну, вот учительница предупредила, что задача сложная, там, повышенный уровень сложности. Вот, я его никак не могла решить, ее. А потом, а мне всегда папа помогал. Если что, там, я не могла, ну, это был класс, наверное, седьмой, он так вообще соображал. Он вообще, мозг у него хороший. Вот, и вот он уже сидел, и тоже ничего. Я ложусь спать. И в 2 часа ночи меня как будто что-то вот, знаете, как толкнуло. Я встаю и записываю решение. И, как, короче, когда я пришла в класс, там человек 5 только решила ее. А он, класс, 42 человека было. Вот. Ну, это я тоже сейчас вспомнила. У меня был эпизод один, который для меня остался просто. Вот я тогда и говорю, это меня подняла высшая сила. Ну, о нем не очень удобно, скажем так, рассказывать. Но я помню, что я лежала на кровати, и вдруг вот это вот и произошло, что меня что-то как подняло, просто подняло. И я только поднялась, потому что я вообще не поняла, какой силы меня подняло. Когда меня подняло, у меня началось кровотечение. Ну, так скажем, по женской сфере. И вот тогда я подумала, что это какое-то высшее меня, ну, во всяком случае, чтобы меня очень ленивую, которая там ленится всегда что-то делает, ну, чтобы я не испачкала постель там и так далее, на полу тем более, тут даже рядом ковра не было. Ну, у нас медсестра была, на 3-м этаже жила из скорой помощи в нашем подъезде, и я сразу же пошла к ней. Это было летом, белые ночи, прям можно сказать, как среди белого дня. Я Лиз позвонила, я сейчас не помню. Ну, в общем, меня в скорой забрала в больницу. Но вот тогда вот я просто и думала, ну, представьте себе, это и было 3 часа ночи. Как меня подняло, вот меня подняло, то есть это вот просто необъяснимо. Ой, у меня такие страшные вещи, представляете, что я сейчас вспомнила? Это вообще не относится к теме, наверное. Я сейчас вспомнила одну вещь, у меня были жуткие вещи, связанные с нечистой силой. То есть вот когда меня как будто что-то душило, и вот я спаслась молитвой «Отче наш». То есть вот я, это знаете, когда ужас. Как раз вы силой помогла, молитва раз. Да, но это было вот, господи, вот, прям почистите меня, пожалуйста, потому что я даже воспоминаний этих боюсь. У меня это было 2 раза, или даже 2, или даже 3. Но ну, вот когда было вот последний раз, то знаете как, оно настолько сковывает все тело, оно сковывает, что даже произнести молитву не можешь ни вслух, ни даже мысль. Это очень жуткий момент. Вот. Но смогла произнести. Но смогла, да. Да. Значит, сила еще есть, и ты сильнее. Ну, это было уже, кстати, давно. Это был последний раз, был 6 лет назад. Ну, все-таки уже довольно-таки давно, может, даже 7 лет назад. Вот. Николай, что-нибудь? Где-то, когда-то тебе высшие силы помогали? Да, помогали, конечно. И не раз. Один раз я очень здорово падал и сломал только руку. Остался живой, как говорится. Ну, отделался, как говорят, легким испугом. Вот и все. А на самом деле было там тяжело. Вот. Ну, и еще и много раз там, короче, так что. Было всякое. Я вот тоже вспомнила, то есть я в медитацию сейчас не заходила, но вспомнила, что мне помогали высшие силы и не раз, но основное самое, одно из таких, не основное, но одно из основных, у меня никак все-таки не складывалось, когда по жизни, личную жизнь, то есть хотелось счастливого, счастливой семейной жизни, долго не складывалось. И потом мне одна приятельница, которая, ну, видящая там, ну, я, правда, не очень тогда воспринимала, не понимала, что она такая. Она мне дала несколько молитв к Богу, к высшим силам. Как-то я начала это практиковать и просто молиться,
проводить несколько таких ритуалов с просьбой к высшим силам. Тогда неожиданно совершенно у меня началась моя любовь с Аделем Мустафиным. Счастливая семейная жизнь была. Ну вот 7,5 лет появилось. А потом он в полной жизни. Но любовь и любовью. То есть настолько сильно. Это очень сильная вещь. Все силы помогали. И сейчас они помогают в том плане, что все равно мы вместе. Кстати, у меня есть вопрос к Геннадию. Как ты проинтерпретируешь? Интересно такое. Тут недавно сон приснился. То есть мне вообще какие-то вещи сны снятся. Mm-hmm. Такой. Давай. Сон. Но я тут как раз мне любимый приснился. Тут мы на машине едем. Он заходит, так, тут его вызывают в одну организацию. Он туда заходит. Я потом пошла его там оттуда вытаскивать, зашла в эту организацию. Я раньше в этой организации никогда не была. И вот там ворота, металлоискатель, которые... Ну, я понял. Да, и несколько человек там стоят около конторы, которая там, стала. Uh-huh. Вот. Я вот подошла там, повертелась, потом дальше сон пошел. Я на улицу вышла. Дальше уже сон куда-то отвлекся в другие места, потом проснулась. Ну, вот эта организация. Я в этой организации до того не была никогда. Uh-huh. Сегодня днем мне... Нет. Мой начальник, который, тот начальник, с которым мы продолжаем дело Адели, угу. Срочно приезжаю, возьми бумаги, надо кое-куда отвезти эти бумаги. Я приезжаю к нему, беру эти бумаги и еду в эту самую организацию. Ну, что могу сказать? Это вызывает, отдаю, то есть именно тут тоже. Ага. Практически вход такой же в точности. Ну, Свет, он тебя вел. Он тебя вел, он тебе дал знак, что ты поедешь именно туда. Показал, как это будет и что это. Дальше что тебе надо будет сделать? Напоминание о себе. Ага. То бишь, помяни его. Если можешь, там или в храм поставь за упокой. Постой немножко, скажи своими словами, поблагодари его за то, что он тебе помогает и подсказывает, и ведет до сих пор. Угу. И можешь почитать молитовку. Ты знаешь, что делать, куда пойти. Да. Все, обязательно сходи и обязательно поблагодари. Он тебя видишь, он тебе помогает, он тебя ведет. Да. Вот прямо вот так подсказка идет. То есть вот. Это очень хорошо, он тебя оберегает до сих пор и будет беречь. Просто поблагодари. Сходи, поставь за упокой и поблагодари. Постой, угу. Поговори. Да. Там у этой штуки, где вот ставят за упокой, вот там, где это самое. Да. И просто мысленно поговори с ним, поблагодари обязательно, потому что дальше еще будет интересней. Спасибо. Это не страшно. Кстати, угу. он к тебе не тащил за собой ничего, он просто тебе подсказывал, он тебя вел. Угу. И в дальнейшем он будет тебе помогать. Так что только сделай, пожалуйста, как я прошу. Да, я сделаю. Ага. Он просто напомнил о себе. Отлично. Это хорошо, я даже рад, это хороший сон. Ага. Благодарю. Угу. Есть еще у кого-то что сказать, или мы на этом будем говорить? Интересно, спасибо. Мне вообще сегодня так показалось очень интересно. Очень, да. Свет, кто-то записывал, да?
Да, вот я записываю. А потом выставишь, Валь. Ты сама поместишь на YouTube или? Ой, я кину тебе. А может, ты поместишь, если хочешь? Ну, может быть, и я помещу, но ну, тебе однозначно кину. Ладно, хорошо. Ну, информацию тогда или сообщи, чтобы одно и то же не было помещено на Ютубе несколько раз. Ну да, ссылочку дадите, я тоже поставлю своим. Да. Давай, раз ты сегодня была активным такой, нам ссылки кидай. У тебя там много этих подписчиков. Я давно-давно не заглядываю к себе на Ютуб, на канал. Заходи. И это мы раскрутим твою ссылку эту. Ну ладно, спасибо. Да. И просто уж если мы будем помещать, мы тоже как-то и свои ссылки скинем туда. Угу. Хорошо, я и так кидаю своим всем. Угу. Давайте. Так, спасибо. Если будет там возможность, Свет, ты как-то редко проводишь, может, почаще будем. Ну, говорю, я сегодня совершенно неожиданно пришлось задержаться, потому что... Да, ну ничего страшного, ребята, я тоже извиняюсь, потому что у меня как раз получилось так, что вы мне звоните, а у меня консультация, я же не могу прерывать. А я только-только с дачи приехала. Точка на 2 дня приехала со своей дачи, чтобы собрать на нашей даче, которую мы планируем продавать, яблоки там надо было собрать. Вот. И 2 раза сегодня ездили. Пока они ребята собирали, я в это время с малышкой гуляла. А вы знаете, вот. Мы сегодня всего лишь 16:00. Представляете, 16:00, ну, когда так, по-моему, насыщенно поработалось. Отлично. Угу. У меня тоже сегодня много занятий было. Красоты. Одно по-другому, так что... Там экологичный. Как закончилось? Угу. Ну ладно, ребята. Ага, спасибо. Ну, спасибо всем. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи.